Всем добрый день! Сегодня я готовлю очень вкусные воздушные булочки. Здесь у меня 200 мл теплого молочка выливаю. Столовая ложечка сухих дрожжей. 3 столовые ложечки сахара. А пару я не делаю, я сразу все завожу. И венчиком все перемешали. Добавляем 1/4 чайной ложечки соли, буквально чуть-чуть. Пачка ванилина. 1 яичко. Перемешиваем. Булочки получаются очень нежные, вкусные. Здесь у меня 40 мл масла растительное. Я все не выливаю, столовую ложку оставляю для замеса в конце. Все, и где-то 2,5-3 стакана муки заводим мягкое тесто. Замесили мягкое хорошее тесто у нас получилось. Накрываем пленочкой и полотенчиком. Оставляем минут на 45 на подъем. Как всегда, включаю микроволновку. Она у меня выключается, и я туда ставлю тесто. Подъем получается намного быстрее. Вот тесто мое поднялось. Я наформировала 15 шариков и на противень, на бумагу. Все это разложила и накрываю пленочкой. Минут на 20 пусть поднимется. Духовку уже включила. Ну все, булочки мои поднялись очень хорошо. Сейчас я растопила сливочного масла. И вот так прям очень обильно, хорошо смазываю каждую булочку сливочным маслом. Прям если протекает это все, ничего масла на бумагу, нормально. Это хорошо. Прямо обильно, хорошо все смазываем. Так, и так все булочки. И сейчас я их все вот так присыпаю сверху сахаром. Намазали хорошо маслицем. И сейчас просто ничего, что там и на бумагу они расплавятся, сахарок и сбоку будут. Очень сладкие, сливочно-вкусные очень. Вкус такой будет сливочный и сладенькие. Мы любим сладкие булочки. Все, у меня духовочка уже нагрелась. Я ставлю 180 градусов минут на 20. Такие вот булочки у меня получились. Они запекались 20 минут. Я только вытащила из духовки. Очень вкусные, пышные. Запах такой сливочный идет. Готовьте. Всем всего хорошего.